Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве ZTE Blade V8 Lite изменить язык системы. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Дополнительно», «Язык и ввод», «Языки». И здесь можем выбрать один из предложенных языков. Давайте выберем, к примеру, украинский. И после этого язык автоматически меняется на украинский. Если же хотите поменять его обратно на русский, переходим в настройки. Затем Advanced Settings, мова та ведення, мови, и выбираем русский. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.